Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone. How can you challenge a perfect, immortal machine? You are an insect. You are nothing. I create. I iterate. I fuse flesh and steel into perfection. My children, hacker. Their blood is on your hands. You will suffer for your transgressions. Transgressions. These are my avenging angels, and they will have retribution. Опа, добро пожаловать в игровую комнату. Мы продолжаем играть в System Shock. Остановился на том, что надо бы сбросить все рощи вместе с зараженными, чтобы запустить лифт на инженерный этаж. Так, подождите, надо бы еще взломать двери. Ой, дверь. Ну да, некоторые двери взломать. Только вот получится или нет. Тут что писалось, что система очень серьезно защищена. По крайней мере, именно это. Куда-то туда. У-ху. Так, надеюсь, никому не поплохело. Сейчас еще закроется. Нет, тут прохода никакого нет. Там уже зеленая. Так, это значит в обратную, мне сюда. Да, вот ХП. Так, да, открылось. Ну, не зря я занырнул сюда. Черт побери, насколько же оно тут непривычно. Оно само мне направляет. Ну, поп-поп-поп, оранжевое. Ой-ой-ой, олень.
Так, вроде уничтожил. Тут ХП. Подкрепление. Вообще без понятия, мне сюда вообще лететь, не сюда. Или это я возвращаюсь? Так, вроде со всеми расправился. А, нет, еще нет. Подкрепление идет. Сюрикен Ух, какой же я хацкер. Да, интересные. Турбоускорение, валим отсюда. Так, все. Ну, там были предыдущие гораздо сложнее. Тут вообще проще простого было взломать этот чертов Пентагон. Так, подождите. Тут просто восстановление. Просто восстановление. А у меня чё? Что у нас тут не показывается? Гамма вроде отвалилась. Угу. А тут это гравитационный лифт.
Гамма вроде закрыта, да. Не работает. Закрыта. Альфа вроде как открыта. А нет, тоже не работает. Получается только бета. А мне в бету там и нужно. Так, ну я что-то взломал. Должно же было что открыться. А вот здесь еще что-то было. Или не было. По карте показана комната. Какая-то тайная комната. Либо она вот здесь открывается через Альфа. Не, вот тут вот проход виден. Наверное, открывается с той стороны, через Альфа. А еще здесь есть. Это комната этого. Угу. Диего Марадоны. Тут этот проход еще был. Он закрыт. Я немного не туда пошел. Главный переключатель аварийного сброса не активирован. Тут я по проходу прошел. Мне просто вернуться надо в этот, в главный зал телепортации, вот сюда вот. И где на мини-карте мне маркер? Хотя, может, быстрее будет все же по туннелю пройти. Да не. Хранилище разблокировано. Определение личности Эдвард Диего. О, для Магнума. Вместимость повышается.
Ну ладно, у меня бабки есть. Теперь будет 12. Опа, и для магнума. Любитель магнума. Так, мины, и это к автомату вроде. Маленький про... Да, это к автомату. 117-220. И снаряды для рельсотрона, который я сбросил. А где я его сбросил? А хрен его знает, где я его сбросил. Надо возле лифта все сбрасывать, честное слово. В отсеке в этом. Медотсеке, вот здесь вот я его вроде как сбросил. Еще есть? А, Диего. Я, наверное, смогу попасть к нему в кабинет теперь. У него тут вот проход был какой-то. Так, а и тут дверь, кстати, есть какая-то. Защита замки еще задействованы. Вручную. Бонса еще надо перевести в бабки. Если вручную, значит где-то кнопка должна быть. А вот где она? Главный переключатель аварийного сброса. Это главный переключатель аварийного сброса. То лифт вызывает. И тут больше кнопок нет, кроме вот этой вот. Лифт открывает. Мне показалось, тут кнопка есть. Нет, только показалось. Тоже вручную закрыто. А там не вручную было закрыто. Да-да-да, все правильно. Ха! Это явно баг, как и в этом Dead Space.
Там тоже при синхронизации, отключение синхронизации, начинается свистопляска этих трупов. Чуть не обосрался. Так, забухло, я получил только 3 кредита. Как-то мало. А мог бы просто забухать. Чтоб тебя дверей понапихали. То там все равно взлететь нельзя, не хватает мощности. Были бы обувь третьего, там... Кстати, на взлетно-посадочной площадке тоже есть отсек, где можно взлететь на 3-й этаж. И что-то там скрыто. Не работает просто. Ну там надо посмотреть, я не помню, там работает или не работает. Работает или не работает дверь вот там вот у Диего. У Диего Марадонны. Вот тут какая-то дверь. Тут труп, я думаю, что он меню-то открывается? Труп застал. Труп застрял в этом. В дверях. Так, а что это тут так горит зеленым? Одна зеленым, а две красным. Это для активации, что ли? Ну тогда надо в роще пилить. В бета вроде рощи надо, чтобы сбросить. Активировать альфу надо через бету вроде пройти. Это не точно. Кстати, тут еще дверь есть, которая не работает. Непонятненько. Непонятненько, непонятненько. Смотрим. Здесь дверь не открывается.
Ну, чтобы лифтом воспользоваться у Марадонны, у Диего Марадонны, надо био, там био на этаже, этаже палубе всей этой. Здесь тоже какой-то тайник есть, непонятно. Здесь двери закрыты, не работают. Я не знаю, они активировались, не активировались. Плюс еще тут какой-то лифт есть. И здесь лифт есть. А, подождите, это вроде как лифт к этим, к отсекам. А мне нужно медиа. Т-т-т, палуба руководства. 14. Так, нам нужно добраться до управления сбросом, но квадрант гамма заблокирован, он сброшен. Лара нашла служебный канал в квадранте бета, когда осматривала планы. Оттуда можно попасть к процессорам на этой палубе. После этого можно будет зайти к главному рубильнику сброса с другой стороны. Лимар отправился в бета проверить канал и так и не вернулся. Ну, то есть мне по-любому в бета нужно. Я не знаю, там... В альфа. А бета, бета, бета. Вот это не бета случаем? Да, вот она бета. Тут вот вроде как бета. Но прежде чем сбрасывать, надо все же прочекать все вот эти вот. И в альфа, и в бета сгонять. Осторожно, зафиксировано опасное биозагрязнение. Не входите без защитного костюма. А у меня только этот. Вот он. Защитный ранец. В этот ранец встроен генератор энергетического поля, очищающий окружающую среду от опасных веществ. При использовании расходует энергию по пропорционально уровню угрозы. Или лучше сначала в остальные сходить, и альфу, и гам. Ой. У нас там альфа, бета и что-то там еще. Медиафайлы. Палуба. Так, проводила в бета странные эксперименты. Там полная, короче, жопа. Так. Ну, в бета точно надо. Шутдаун. Угу. Бета-роща, бета-роща. Надо другие посетить. Чтобы точно знать. Нам нужно добраться до управления сбросом, но квадрант гамма заблокирован, он сброшен. Лара... А подождите, он может не сброшен, а в прямом смысле именно заблокирован. Хотя там написано было сброшен. Лара нашла служебный канал в квадранте бета, когда осмотрел... Ну, короче, сейчас надо лучше всего сгонять. Тут есть лифт. Вот здесь вот. В другие, и альфу, и... Как там она называлась? Альфа, бета, гамма и... Альфа, бета, гамма и... Дельта. Вот в дельту сгоняем. Там все же всяк... Ну, прежде чем сбрасывать это все, надо проверить, авось что-то важное есть. Что это сбрасывать важное? Заодно, ну-ка, подождите, если сюда сбегать, посмотреть, оно разблокировано или все еще заблокировано. Я что-то открыл. Не только эти. Так, направо. Опа. Не понял. А, я тут ходил. Это прямо. Тут направо идет вот этот вот медотсек, где я и сбросил вот эту вот рельсовую пушку. Она много наносит, 350. Сейчас, подождите, вот так вот. Три заряда, плюс еще один здесь, 4 заряда. Ну, буду знать, что тут у нас супер-дупер, кстати, аптечки еще есть. Так что, все под контролем, у меня все тут под контролем. Вручную заблокировано, не открыть. Так, в дельта сейчас сгоняю, посмотрю, что там. Альфа, дельта.
Важно проверить все. Дельта Рощича. Музыка такая успокаивающая. Это все в порядке, мистер. Можно посмотреть на космос. Странно, что красным, наверное, я не знаю, солнечные лучи сюда еле достают. Зачем? Я ж был в отсеке. А хотя я буду, наверное, возвращаться. Ну-ка, так. Итак, сброшу здесь прям перед входом. Так, сбросил. Ага, можно... Сколько там? Один кредит вроде. 0,2. Чипсы нормально. Или ненормально восстанавливают? Не очень. Окей, у меня сколько кредитов? 203. Все готово. Чуть хп восстановил и все остальное. Отличненько. Так, это Дельта. Расслабьтесь, ничего плохого не будет. Прикольно. Конечно, стремновато в космосе вот эту вот фигню. Только что-то там бах, и все. Сразу же засос. Ничего у него нет. Там еще один труп, походу. Еще эти летающие твари должны быть. Теперь я чувствую себя как в парке юрского периода. Как ты со сломанным-то стреляешь? Так, самое главное, Ван Тузевич. Вот тут барахла, бабло. Воруем. Пока меня никто не спалил. Пока меня администратор или вахтовик нас не спалил.
О, аж на 20 увеличил. Мусора 20. Так, все, обворовал рабочих. Придут, а там смотрят, а инструментов нет. Тут все равно надо нажать будет кнопку сброса. Имеется в виду не саму кнопку сброса. Это газовая граната. Так, а что у нас? Ага, тефлоновые патроны. Хорошо для вот этого вот автомата. Хорошо, хорошо. И все, да? Да. Энергию просто не хочется тратить. Она... Как его? Тяжело восполняемый дефицит. Что это там такое? Лучше все же включить радар. Невидимый, что ли? Ага, он не, он снизу там прям. Попал. Все равно попал в меня. Не работает. Можно допрыгнуть. Где-то сверху. Ты кто у нас такой? Витас Варнас. Не повезло тебе, Витас Варнас. Тут тоже башку снесли. А там вообще что-то непонятненько. Ага, походу на шахматы. Еще и в шахматы, что ли, играть? Да, можно поиграть. Так, а ты что за наблюдатель? Вометия. Прикольно. Нормально тут люди отдыхали и в шахматы играли. До смерти. И непонятно, надо доигрывать. Чтобы вот это, наверное, дверь открыть или хрен его знает. Не работает. Лифт отключен.
Мутировавшая тыква. Ну, зашибись. Тварь-то и бегает еще. Что у меня там с боезапасом? 140 осталось. Да. Не кисло. Просел. Нет, все, никого тут нет. Тефлоновые, обычные, стандартные, и для магнума? Вроде для магнума было написано. Я не знаю. Хотя ладно, пособираю стандартные так, чтобы было. Так, о, бабло. Здрасте, здрасте. Опустошить. Стандартный, да? Да. Стандартные патроны. Так, это кому? Магниевые патроны. Но это для автомата. Да. Аптечка. Кстати, можно воспользоваться. Магниевых патронов вроде было немного. Это чтобы через стенку смотреть. Противострелковый энергетический щит. О, второй уровень. Так, улучшенная силовая система нейтрализует высокоскоростные снаряды, энергия, доля поглощенного урона зависит от того, насколько продвинута установка. Так, ну теперь уже гораздо лучше. Можно даже будет активировать его. Так, автомат и тут что-то, пистолет остался. Все, тут явно ничего интересного больше нет. Кроме...
только если вот туда наверх как-то попасть. На самый верх. Есть ли смысл? Не знаю, толк от этого есть, нет? Если можно, чего бы не попробовать. А, ну вон. Застряли там в текстурках. И вон проход какой-то есть. Кстати, сейф что-то там. Перезарядиться. Мостики, шмостики. У меня тут свой путь. Бошку отстрелил. Конечно, потратил все это. С расчетом на то, что тут человек, шо ли, наверх не будет, шо ли, запрыгивать? Шо ли, шо ли? Так, где-то я тут вижу. Где там камера? Она подо мной прям. Так, все, хватит подглядывать, все, защита нулевая. Этот мостик активировать можно. О, энергощи, энерго этот. Энерго тут активировался. Он где-то здесь снизу. Так, подэкономим патроны.
Воруем туалетную бумагу. Все, что не прибито, воруем. Конвертируем. Ага, вот оно. Что это у нас такое? Сразу активировать нет смысла. Воу. Кнопка. Супер, вы бы мне еще эту кнопку как-нибудь подписали. Что-то вроде сбрасываем. Бегите отсюда как можно быстрее. Хрен с два скажут. Так, тут еще что-то есть, прежде чем кнопку нажимать. Проверить. Не работает. Да и хрен с ним. Сейчас я повыше зайду. Так, да, тут закрыто. Не знаю, рассчитывали на то, что тут вот могут с этим ранцем прыгать или нет. Я вроде оттуда вышел. Ай, ты ж, сука, крыса. Вылезла тварь. Дверь заблокирована вручную. Окей. А, стопы. Я тут салфетки пропустил. И, конечно же, самый важный деталь, вантус, он больше всего дает. Так, вроде как я теперь реально тут все вынес. То, что в шахматы надо сыграть, я так думаю, чтобы что. Там включается что-то. Может, и активировалось бы, если выиграть в шахматы.
Вроде бы чисто. Рубильник активации сброса рощи. А там что за кнопка тогда была? Сейчас проверю. Ага. Лифт опускает. Ну, даже не знаю. Типа в шахматы можно поиграть. Это кто у нас? Ладья? Я сохранился не там, где надо. Ну, если так походить. А, там этот.
Хорошо, хорошо, мне это нравится уже. Это уже что-то. Король там немного подзастрял. Я выбил королеву. Смог так и выбить королеву. Ну, то вечно буду за ним гоняться на самом-то деле. Странно, что вот этот не взял меня сразу же. Ну, пешка тут не взяла. Или нельзя? Правила не позволяют. Можно еще так сделать. Тогда, если он возьмет его, то единственное, вот этот вот сюда вот так вот пойти. А потом сюда. Этот так пойдет. Нет, так, например. Он сразу тут не атакует. Вот эту пешку забрать бы. Угу. Дальше куда он? Вот эту пешку попытается взять. Но у меня там стоит конь. Конь в пальто. Этот сюда. Ага, на короля. Блин. Как тебе такое? Я могу сюда и конем забрать. Вперед сейчас не продвинуться. Угу, прикрыл. Сразу не заметил, забыл про него. Тут тоже прикрыто. Про слона забыл. Поэтому я в шахматы и не играю. Так, а если... Ну, королева пойдет, она умрет от этого, и этот добьет его. Останется у меня один лошадь против лошади. И можно конем пойти. А толк? Подставить только если. А, подождите. А если вот так вот?
Эту взять, сразу отъеду. А, ну пешку можно, вот тут вот, он не, он вот здесь возьмет ее. Он там сам подставляется. Ему придется сдвинуться. Я могу сюда встать. А это толк? Толку? Сюда еще можно пойти, а толк? Для пешки освободить место. Черт побери, какая же задница. Не та кнопка опять. Можно и сюда пройти вперед чутка. Как? Он здесь, он вот тут был. Мне показалось, он там дальше стал. Ну, чтоб тебя. Отлично. Иху.
И где? Где что? Да, не попадаю. Все, грейсмей. С сохранениями грейс. Гранд. Не, грастмейстер. Вопросик хороший. Где награда? Там расширение для этого. Должно было быть открыто. Ну да. А где оно? Так, разблокированная комната. А где эта разблокированная комната? Алло? Где эта разблокированная комната? А, вот, вот. Хорошо, что я гляну. Так, аптечки. И вот он. Тиси, что-то там еще. Ух, это было что-то с чем-то. Час вырежу. Вырежу это все. Я вставлю только там, где без сохранения. Быстрая партия за пару ходов. Легко. Легчайшее. Как там этот? Кто тут величайший? Это что? А, быстро свалить отсюда, что ли? Safety interlocks disabled. Так, я не понял, я не туда спрыгнул. Не сюда. Не, вот сюда, налево. Я пробежал. Я как можно быстрее свалить, проскочил. Мою остановочку. Так, осталось еще альфа. Хорошо, что сохранение есть. Совсем жопа была бы. И хорошо, что интернет есть, можно глянуть, что ж там за награда. А то бы долбился, долбился, победил, а... Не, ну кто, кому нравятся шахматы, думаю, до конца бы играли. Даже начали бы заново партию играть. Так, мне бы зарядиться. Хотя... Мне бы... Липучку. Так, это у нас дельта было.
И сейчас... Мне вот сюда вот. Альфа вроде здесь. Это значит сюда. Прямо, налево, направо и прямо. А потом в бета. Но у меня рюкзак есть, который блокирует радиацию. Надо только испытать где-то его. Легкие шахматы. Блин. Просто Каспаров, черт побери. Надеюсь, тут шахмат не будет. А ну-ка, с мощный выстрел не буду тратить. Ага, еще один. Самое главное, я не сбросил предметы. Так, у нас тут роботы. А, не, прям здесь патроны были. Что это у нас за патроны? Стандартные, что ли, 9 миллиметров? Вот стандартный попользуюсь. Я такой выстрел. Пых. Растение-мутант. Бездействие. Стандартные патроны. Летит. Ай, прям в лицо. Да сдох ты там. Нет, это радиация. Нет, биологическая. Щит. Щит уже не поможет. Только пластырь. Патроны заканчиваются, ну да и хрен с ними, это стандартные. Зараза. Он там поплохело. Ах ты, летающая тварь.
Мазила. Хорош, крыло оторвал. Чё, долетался? Птеродактиль хренов. Казалось, тут робот. Нет тут никакого робота. Опа, чирик. Удерживайте для зарядки. Да чтоб тебе, не успел почитать. Это что у нас такое? Ионно-импульсная винтовка РВ-45. Спасибо. Больше места... А она заряжается от этого, что ли? Так, ионная энергия, тип урона энергия. Ну как и это, да? Энергия, да, 60-35. Ну такое, удерживайте. Подождите. Пам, пам, третий режим. Ой! Вот это я понимаю, на полную катушку вот этих вот. Так, 70-65. Размер обоймы 12. Ого, по сравнению с этим бронепробитие 90. Полная катушка 135-90. Блин, бросаем. Эта винтовка поэффективнее будет. Средний выстрел буду делать, как и до этого, 70 урона. Расход энергии 15. А подождите, подождите. А этот сколько? Расход энергии 45. Это на максимум. Средний заряд 12. Чуть-чуть это поменьше энергии. Ну там улучшение, если я правильно помню. Улучшение что делало? Улучшение вроде да, урон повышает и пробивание. Ладно, заберу, место есть еще, сброшу этот. Тоже перегрев есть. Более серьезная пушка. А смевых это для магнума, да? Так, подождите. Так, Марк. А это что? Магнум. А что только 6? А вот оно, 120 это максимум. Вот это его растянуло. Задница не успела вылезти.
Да оно самонаводящееся паскудство. Так, тут патроны где-то должны быть. Заряд, заряд. Всю энергию просрал и мимо. Че, не камера? А, камера чуть левее. Мне бы энергию, она где-то тут должна быть. То я просрал. Недоотсек. Телефоновые патроны отлично для этого, для автомата. Отличненько. А вон они, эти палубы отсюда видны. Прикольно. А, я не могу запустить, у меня энергии нет. Он был вверх, вроде поднят.
Проверим тут наверху, все ли чисто. Вроде чисто. Тут еще проход есть какой-то. Видать, не мог оттуда вылезти. Ну что это за... Там был за рычаг. Safety interlocks disabled. И тут вот что-то есть. Или нету. Ага, запрятался. Да чтоб тебя чуть-чуть не достал. Планета вроде в той стороне. А, наверное, это станция, тень станции. Прикольно. Прикольно, прикольно. Все. Уже в пункте назначения, не ту кнопку нажал. Все, осталось бета, и можно все сбрасывать к чертовой матери.
Не знаю, что там за рычаг был. Даже не знаю. Рельсотрон нужен сейчас будет или не нужен там в. Так, это для винтовки, я не те патроны выкинул. Осмеевый вот это вот. Для револьвера. Чтоб тебя опустошить, перевернуть. Вот. 350. Угу. Надо удерживать, не надо, неважно. Все, осталось бета. Как раз сюда вернуться, вот тут вот. То есть сюда вот так вот. Прямо. А энергии нет. Я не думаю, что я не могу быстро бегать. Энергии нет. Мне показалось, что кто-то летает. Видать, только показалось. Сейчас быстро избавлюсь от лишнего груза. Тут все равно не надо дальше к Диего идти. Хотя все равно далековато. Далековато пилить. Можно было, в принципе, их сбросить. Чтобы потом переработать. Говорится, ну зачем тянуть кота за яйца? Все, осталось бета, а там жопа. Ядовитая такая жопа. Жалко не плюща.
из Бэтмена. Но тогда другое дело. Можно детоксикатор вбахнуть. У меня их достаточно. И аптечек много, так что с ней можно даже было бы покувыркаться. А вот тут, я думаю, будет только плохо. Очень плохо. Надеюсь, энергощита хватит. Он у меня какой? Первого уровня, не знаю, хватит, не хватит. Бета же, да? Да, как раз. Едем влево. Все время вправо ехали, а теперь влево. Там интересно, сразу же все отравлено или нет? Вагончик рощи. Понятненько, тут полная задница. А, не то, не то, но назад, назад, назад. Так, ребята, я, наверное, не остановлюсь на этом моменте. Продолжим в следующем. Походу, тут надо быстро, 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 быстро. Но тут все отравлено. Даже в туалете, наверное, слева отравлено. Продолжим в следующий раз. Так, я сохранился. Вон, теперь сохранился. Все, пока.